Чистил, те разламывал все подряд вообще. Для опыта, так сказать. О, смотрите, тут лечебница 731. Пациенты повсюду лежат и лежат. Бревна это скорее, не пациенты, точнее сказать. На них опыты ставят. Вот и первого на врача находим. И убеждаем его уйти с нами. Он уже привык, и они, короче, не хотят уходить, им как бы похуй все. И причем даже сейчас ничего не ясно, ничего не могут сказать, кто их похитил. И они тут полгода работают. О, зацените, тут уже несколько пациентов вылечены. Смотрите, сколько вылечили они пациентов. Ого, ничего себе, это что же такое-то, а? Вот оно, Абдул-лечение, одно добро. Give this intrusion, but David assured me of your cooperation and discretion. I find myself in need of some assistance. I'm listening. A contact of mine. В общем, покупать вообще тут нечего совершенно. Кошмар. Mr. Really? Your boss discretion. Да, да. Так, осторожно, Белтауэр. Так, пройдем и их убьем нахуй. Так, бибарана, шаблы. Ну-ка, давай. Так, шаблы. Ах-то. Надо использовать тайфун. Вау. Да, только мало дали очков. Поэтому лучше вот так делать. И не мучиться. Так, шаблы. Так. Эй. Вот. Ого, видали, в бак они попали. И все. А, это сейчас деньги вымогать будет. А, это типа давай деньги. Ага. How about the offensive? Это неправильно. А, ну-ка давай просто для интереса, да? Все равно очков не дадут, как я просто отклоню и все, что будет. I'm not giving you anything. Yeah. And Belltower's not gonna thank you for turning in the wrong guy. In fact, they might take you in. I don't think so. You're him. And you had your chance. Over here, the American. Okay, leave me alone. I won't say. Ой, блядь, нихуя себе. Они откуда не возьмись взяли? Какая. Ой, блин. Такая сволочь, блядь. Я не знал, что так может быть. Так, значит, попробуем по-другому. Вот он. Hey. You got ага. What's it worth? Просто запугаем и все, как и надо. 1500 платить. А, ладно. How about I find some other way to keep it shut? Ага. Permanently. That. Навсегда его успокоить. I see now that you're much taller. Я типа ошибся. Это намного более выше, чем я ищу. Now move it. Да. То есть они ищут. Okay, leave. Вот они, твари, внизу жируют на доллары. Убрать. Так, двое убран. Вот и третий. А сейчас и четвертого уберем. То есть обоих. Так. Осторожно. Анша Абдуль. Бибаран. Вот так. Анша Абдуль. Анша Абдуль. Бибаран. Анша Абдуль. Анша Абдуль. Все выполнил. Анша Абдуль. Бибаран. Выполнил квест, короче, и теперь можно разговорить на что же там был на этом чипе. Но особо толком все равно она ничего не скажет. Какой-то проект, отношения можно. Ой. Вот, разговорите, что там. Альфа, омега. Look, you're a powerful young woman. You're in a position that warrants your access to classified information.
Ну, вот сейчас расскажет. You're saying that? Да. Yes. Thank you. Ah, perfect. Видите? О, да, да, далее, смотрите, achievement. Ladies man. Да. You don't know what, even though the... Ага, Аншабдуль. Короче, вот сейчас надо частичками разбираться. Надо пройти через территорию, придется их убить всех. Так, тут апгрейд нашел. Там его мешает открыть этот, сука, киборг. Надо его убить, чтобы можно было открыть. Так, еще тут что? Долара. Есть идея про дискализацию, да, наверняка возможно такое. Эти твари и тут ходят, ублюдки. Трупы одни. Так, мы внутри. Теперь надо этих убивать. Убили твари. Смотрите, я бросил гранату и поставил мину. Они пробежали, на помощь и взорвались. На мине. Так, Аншабдуль, Аншабдуль. Аншабдуль, Аншабдуль. Тварь, а? Чё, круто, Аншабдуль. Я уже заебался стенцелить тут. Уже в конец. Что, просто устал уже, столько времени усвоил. Всё, а все из-за этих сохранений. Ой, блядь, ой. Ой, ой. Блядь. Ебаран. Вау. Сволочи, а хитрые. Давайте идите сюда. Так, он сейчас должен подорваться, если побежать сюда. Так. Что-то он не идет. Так. Аншабдуль. Читайте бибаран, братья, делайте. Ну иди сюда. О, чёрт. Смотрите, там хрень, блядь, там эти твари сидят, жируют. А, ой, да вон этот хен ему чинит. О, их убивать не надо, они там это, ему помогают. О, тут циф, в котором апгрейды есть, тайфун. И еще компьютер тут. Очень сложно эту систему было взломать. Не знаю, что тут. Может, я еще не смогу ее взломать. Ой. Это почта переголимая. Вау, зацените, что я нашел. Это сложно найти, когда первый раз играл, я не находил эту комнату. Тут людей разрезают, заживо ловят. И режут или трупы. Вы посмотрите, подпольная мастерская этих потрошителей. А это вы даже Windows на компе стоит. Вообще древние компы. Блядь, да вы блядь, смотрите. Ёбаный стыд. Ой. Вот, короче, ты приходишь, а тут они паяют, что-то паяют, ты не понимаешь, что. Когда доходят, когда видишь, только доходят тебя. Что это там? Ага. Что за хрень? А че он так вот вошел и не, даже не стал их убивать? А если бы это злодей было? А. Охренеть. А этот бармен, просто руку его. Прикрепил себе и все. Том. Томка. You disappoint me, Jensen. I thought we were friends. Ого, у него там все тоже монтировано. Half my men end up dead, and you don't even have the manners to knock when you enter a room. A lot of Bell Tower heavies looking for you. And you reason I don't just turn you over. Yeah. Vasily said. Так это его люди. Интересно. А если бы я не убил этих чистильщиков, просто их вырубил, то как бы он люблин сдал, что ли? То есть он с трупа ученого они это взяли, сняли и все. Смотри, тут лазерная винтовка есть. Только она совершенно бесполезна, вам скажу. Так.
совершенно бесполезная. Мусор просто. Это бесполезное лазерное ружье. Чертово. О, совсем глюки у них тоже пошли. Охренеть. Зачем же? Хрень какая. Короче, после этого мы в город, похоже, не вернемся. Только через канализацию туда, в ад и обратно. Bye-bye. Короче, возможно, больше вообще в город-то не вернешься. Это вообще последний торговец. Так ты и сейчас не в городе, да? То есть я даже два раза пересохранюсь, все. Деньги уже больше не нужны, мы не вернемся. Только в ад и обратно, все уже, это конец. Вау, да вы посмотрите на это. Эй, где это? Я даже не помню. Булевой. Посмотрите, как вот этот город, вот тот верхний сверху, такие штуки настроить. Просто кошмар. А там же еще и внутри. Ой. Вот этот форт. Вау, смотрите. Теперь мы можем наконец-то перепрограммировать робота. Так, дверь, смотрите. Так. Да, давайте. Черт, блин, очень сложное на мыши управление. Непонятно. Так. Опан. Двери открывайте. А роботов на врагов переделаю. О, и сейчас их бьют, собственно, роботы. Смотрите. Абдулена, а? А? Прям праздник какой-то, а? Да. Вечно так смотреть. Жалко, отсюда плохо видно. Так вот, вот эта вторая жаруха, которая не хочет никуда не ходить, пока я не скажу, что его товарища расчленили на части. Ага. Сейчас она ему прям говорит, не хочу никуда ехать, мне похуй, блядь. Тут, сука, блядь, не бананами кормят, мне нормально. Ага. Да. Да. Слава богу, что еще не предает. Так, а одна осталась там, и все. Че, даже не читаешь ничего? А, вот, смотрите, лифт, он завален. Его надо отвалить. И там можно проехаться, круто. Ой, сука, какой же большой уровень. Давайте я вам отведу, показать, какой он, сука. Ой, блядь, ладно, уже заблудился тут. Ладно, и все, едем на лифте. Шабдуль. И вот один ученый, и там же жаруха это будет. А потом босс вот этот вот, такой жуткий. Шабдуль. Вот, смотрите, целое у них тут безотходное производство. Даже еще раз сохранюсь. Ага. Всего 20 цев дают, как на Xbox. Ага. Их, кстати, грохнуть можно. То есть все очень реалистично, прям вот лаборатория, да, сделана так, что ни в какой игре так не сделано. Вот и любую посмотреть лабораторию, Mass Effect, сука, или какой угодно, да, там будет хуй знает что, просто столы стоять и все, блядь. Какие-нибудь колбы, а тут все прям оборудование реальное, тут все реально видно, что они работают. Ага. Ну давай же, давай. И все, уже развязка начинается, биочип. Вот они разрабатывали биочип, да, чтоб пиздец, типа, хорошо, что всем сделать, на самом деле, что пиздец. Да хоть сейчас задавайте. Ага, дальше обдули. Бибаран. Ладно, Ашабдуль. Сука, ой, как же я заебался. Вот, собственно, последняя преграда. Тут робота поймаем. И будем... И это объем атаку. Вот, когда дверь открываешь, сейчас полезут солдаты. Ну, ничего сложного-то, в принципе. Ой, блядь, ой. Ой, блин. Давайте их, валите, Ашабдуль. Бибаран, вот. Сейчас должно быть управление роботом. Вот, и мы направим его на врагов. О, ёбаных. Сука, так. Вот так, конечно, Абдуль. А камеру обрубим, естественно, вот. И как бы будет сюрприз врагам. Сейчас активируем эту хрень, чтобы убежали ученые. Так, вот, смотри, теперь запускаем и ждем, как они все... Так, апло, да. Ага.
Pritchard, are you still tracking the scientists? Сейчас они полезут. Там даже как бы окно дали нам.